Кто-нибудь может привести пример предания или мифа или волшебной сказки? Лукас. В лесу сегодня нашли полчеловека. Вторую половину нашли в шахте. Но это ведь наверняка какой-то зверь, да? Я таких зверей не встречал. С Лукасом что-то не так. Это рисунки моего ученика. Вот что было в шахте. Это дьявольское отродье. Простите, это же миф. Для вас, да, миф. Но индейцы в это верят. Он придет за мной. Я нужен ему.